Обсудить проблемы аварийных новостроек в формате диалога – задача, поставленная активистами движения «Народный фронт» перед чиновниками и переселенцами из ветхого жилья. Одна из проблем, по мнению активистов, – недостаточная информированность граждан о реализации программы переселения. На сайтах официальных структур должны быть данные об адресах расселяемых домов, сроки переселения и информация о средствах, поступивших из федеральной казны на строительство нового жилья. Узнать о движении средств после того, как они дошли до региона, практически невозможно. Эта информация практически отсутствует. Отчетность, кому и куда они направляются внутри региона, просто не найти. Можно судить лишь по результатам. Темпы строительства нового жилья и его качество в корне не устраивают собравшихся. Представители муниципалитетов и областные чиновники отчитались. В 2014 году 186 жителей региона уже переехали из аварийного жилья. На сегодняшний день строительство всех домов идет, наверное, даже во внеплановом режиме. Они идут ускоренными темпами. И выходные, и вечернее время, и рано утром стройка ведется. Значит, что касается ввода жилья, оно будет введено, как положено, как по программе, не позднее декабря 2014 года. Конструктивного диалога, по мнению директора Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области Алексея Жбанова, получиться не может, пока на встречу не приглашены подрядчики. Именно они должны отвечать рублем или собственной свободой за огрехи в строительстве. Это заслуживает сказку о потерянном времени. Мы время теряем ни на что. Это лучше бы потратить его на то, чтобы взять за ухо тех, кто это все допустил. А безымянного здесь ничего нет. У каждого безобразия есть свой автор, кто получил ресурс, возможно, даже излишний. По мнению собравшихся, к ответственности должны быть привлечены и те, кто ставил подписи в акте приемки домов. Ответить они должны и за то, как проглядели серьезные конструктивные огрехи. В судебном порядке однозначно через службу судебных приставов будем заставлять доделывать все недоделки, устранять. Но, конечно, вопрос приемки однозначно, конечно, не наш. В резолюции дискуссионной встречи активисты ОНФ отметили необходимость персональной ответственности чиновников за недобросовестное строительство и введение общественного контроля. Жители должны сами подписывать акт приемки дома, подтверждая подписями качество выполнения работ. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.